Эти яблочки. Хорошие яблочки. Всем привет. Конец октября. Это моя мама огород возле Риги, в Латвии. Ну, посмотрим, что тут еще на зиму. Как выглядит огород, который нужно консервировать. Или я не знаю, что с ним. Но сам смысл, что уже на зиму все это, да? Ну какие изменения? Чего-то нету. Больше тут нет. Елку спилили. Чего? А ну она уже некрасивая, да. И сливу немножко обкромсали. Мне нравится. А зачем эти снежные ягоды? Для красоты. То есть их нельзя есть, да? Нет. А смысл? Ну я не сделала. Не, а смысл держать их? Петрушки много. Петрушка. Что еще? Там еще клубника есть, смотри. Клубника? Клубника. Да. Но она уже замерзла. Тут надо ее съесть. О. Здесь чеснок буду сажать. На зиму? Ну да. Тут клюкву можно поискать, если можно. Клюкву. Здоровая, посмотри. Ну-ка. Ужас. Клюкву, да. Можно достать? Да, конечно, можно кушать. А что, она такая большая прям? Ну, выросла такая большая. Если поискать, там можно найти еще. Малина уже все. Знаете, витамин С. Витамин С. Не видно, она такая темная. О, ой, посмотри, сколько тут ее. Ну да. Клюква. Болото не надо идти. О. Ого. Я уже там половина уже подъела сама. А здесь что? Здесь еще два баклажана висят. Где? Два баклажанчика висят. Там браколь еще. Браколь? Растет. Да. Цветочки? Эти цветочки на зиму, потому что они зимой замерзают. Я их на зиму выкапываю, чтобы и весной высажу обратно. Нет, вот посмотрите. Вон ее сколько. Ну. Видишь, Лен? Она вся там спряталась просто. Надо ж, какое болотце. Я там тоже буду ее выращивать. Много так прям. Там еще одно болотце будет. Мелкие такие листочки будут. Это надо сжигать? Ну да, это я буду сжигать. Это осенние всякие отходы. Когда будет по суше, я ее буду сжигать. Что, малины нет больше? Малины больше нет. А я нашел. Что? Я нашел. Нет, вон есть. Сама тебя отвезти, она съест такой не. Да, клюкву, да она не. Она же любит кислое. Ну это перебор уже. Свинки, да, тут очень тепло. Свинки едят вот эти листья. Я думаю, что да. Да, я тогда завтра сорву. А что это? Это. Ну. Мартини розис. Я не знаю, какая. Розы Мартини? Розы Мартини. По-русски по-другому. По-русски по-другому, я не знаю, как по-русски. Они долго стоят в вазе. Две недели могут стоять в вазе. Такие. Где укроп? А вот это укроп. Укроп, да. Петрушка. Здесь виноградик был. О, тут вот остатки от винограда, о. Еще анютины глазки вот цветут, видишь? Что это? Анютины глазки. Анютины глазки. Блин, мы не умеем крутить. Вот, просто. А, вот, видишь. Ты, о, видишь, ну для все. Для семок так делали просто. Микроманы гайда.
На вену танту я не наверх сосал, то не такая маленькая. Что это за кошара? Это Мика. Ну, мне вот шесть. Микинь, то маленькая, да и... Я... Микинь. Es viņu uz ziemu ņemšu. Morkovka еще раз. Морковка? О, много морковки. О. Ну да, тут морковки много еще. Морковка там косули обгрызли немножко. И свекла еще закоротся. Две свекла. Здесь тоже обгрызли. А тут большая свекла уже. О. Большая, да. Она еще растет. Там ежевика. Где, а оно же уже не растет. Уже или растет? Все, да. И... Подожди, а... Голубика. Не. Это ежевика. Это черная смородина. А что ты там собираешь? Там что, есть? Малина. А, там малина. Малина. Алина-малина. Алина-малина. Так. Еще малина есть. Мика. Я кушать ей поставлю. Ну, по соседке огород. Что там, ну там тоже аккуратненько все на зиму, наверное, подготовлено. Ну, а поздняя осень. А что это за листья? Хренна. Хрен. Хренна. Где он? А. Не хрен. Ага. Там внизу. В смысле? Есть там? Да не, я не умею. Ну, ее тяжело вырывать. А, ну понятно. Там корень, хрен. Ну хрен. Я... На, правильно, хрен или хрен. Не, они там отрываются. Много. Отрываются там эти. Ну там много. Выкапывать надо, не? Ну выкапывать, да. Не, он вырывается, слушай. Выкапывать надо. Ай, выкапывать надо, да. Такой корень. Дичка. Дичка из реки. Река выше огорода, поэтому течет самотеком. Вот такие осенние огороды у людей. Наш огород. Ну так. Знаете, кто любит это дело. Им всегда интересно, может быть, посмотреть, как в других местностях. И так сравнить. Ну, так.